На бумажном листе, как на белом холсте, нарисует на детском один из знакомый художник. Это будет картина за 10 минут. Карандаш и набросок, как будто небрежные фото, где на фоне кустов, разведенных мостов, улыбаясь, стоит на меня так похоже что-то. Где на фоне кустов, разведенных мостов, улыбаясь, стоит на меня так похоже что-то. Дальше подпись куда-то на памяти Юли СПБ. Кто увидит картину, не сразу меня в ней узнает. Взглядом дикого пса смотрит прямо в глаза, и улыбкой дебила зубами на солнце сверкает. Рядом дикого пса смотрит прямо в глаза, и улыбка дебила зубами на солнце свергает. И зачем я вообще согласился на этот портрет? Демон Локи со мной поселился и все наизнанку. Дух нечистого зла нарушителем сна торжеству и висит на стене перламутровой рамке. Дух нечистого зла нарушителем сна торжеству и висит на стене перламутровой рамке. Тебя. Одиночество с ним на двоих ведь исходнее нет. Правда, по сердцу нож, это я не похож на этот вполне удачный портрет. Правда, по сердцу нож, это я не похож на этот вполне удачный портрет.